А что, электричества нет, что ли? Сейчас ус отклеится уже. Григорий, смотри. Видишь, Андрей? Ну-ка, дай название. И что такое? Это пушка воздушная. Вот такой агрегат. А зачем? Матрас надувать. Не помню, так, откуда я ее взял. Как у нас? Хитачи? Хитачи. Хитачи. Воздушная пушка. Да. Ну-ка еще раз ее вот сюда направь. Я вообще кайфово. Привет, брат. Так, короче, Хитачи сейчас будет надувать матрас. Погнали. Вот такой, кстати, на уже нельзя. Сюда перетыкаешь и... А, не надо. Жулик. Погнали. По-моему, он сейчас лопнет. Он мягкий еще, конечно. Смотри, попробуй. Слушайте, у вас потолок как-то низко стал. Нормально? Нет, еще надо. Еще, я говорю. Он тебя просто от воды выгнулся. Проверь. Супер пушка, кипятка. Достаточно?